Кстати, удивительно то, что я все это время мог играть в Quake. То есть у меня Quake не вылетал, а Steam вылетел, TS вылетел, все вылетело, а Quake работал. Вот знаешь, мы по локалке как будто играли. Но, к сожалению, мы не играли по локалке. Да, у меня пинг 33. Да. Блин, кстати, лампа уже раньше была вообще реально по локалочке так. Я так с соседом в этих Worm сыграл по локалочке. Причем еще этих классных 2D-шных Worms'ов. Не которые вот эти пидорские 3D-шные уже были, а 2D-шные. Так, кто-то забрал Мигу. Кто-то не видит, что за ним гонятся. Слух плохой. Бля, я, кстати, не понимаю, почему Rocket Launcher на Q? Рельса на R, это понятно. Почему Rocket Launcher на Q, мне непонятно. Ты что, Мегу ждешь? Тут ты крыса, пидор, ждал. Нихуя себе у тебя эта имбовая пушка! Нихуя себе она хп снимает! Нихуя себе! Блять, попал! Блять, да я просто за Мигой пришел, хули ты выебываешься, Митиш? Блять, если честно, я думал, что там дверь, а не стена. Я такой забегаю. Я так забегаю, думаю, блядь, чё ты не пробегаешь? Нихуя себе! Комбо-бомба, трипл-шот подряд. No skill, I am pro, Forzaken, noob, дерево, солдер. 3-2-2-1-3-3-7, мошенник, мидиш. Нихуя себе до этой хуйни допрыгнул. Бля, мне нужно комментатором быть. Нихуя он до этой хуйни допрыгнул. Вот просто. Информативность зашкаливает. Прям как лучшие времена в ТФ-ке. Блять, на мне этот хуесос. Вот. Всем понятно, блять, кто на тебе. Добейте, добейте. Да. Ух ты ж, блять. Вот это... Блять, серьезный фраг был такой. Как фраг может быть серьезным или несерьезным? Ты куда ты вышел? Я? В смысле? А, написано гон офлайн. Зачем гон офлайн? Не знаю, нормально все, вот, бегаю. Ну зато мегу. Это зря мегу взял. Ну зато, вот зато ты без меги будешь, понимаешь? Вот хоть из-за этого мне на душе будет спокойно. Так, ну вот, знаешь, хотя бы не в сухую проебу. Вот хотя бы не в сухую, вот, ну. Я понимаю то, что я не выиграю, но хотя бы не в сухую проебать, это уже. Уже достижение. Хотя ты за в сухую проебывал или нет? Ну, бывало. Особенно на кампграунде. Сразу видно, сигначер мап, да? Да. Еще Bloodrun. Ну, Bloodrun, что-то я не помню, что там.
Блядь, я каждый раз прибегаю сюда и думаю, что здесь, блядь, дверь, а там нету двери. Чё за пиздец? Блядь, опять! Я опять подумал, что там дверь. Какого хера? Квейк. Квейк, ты жесток с людьми. Ну, стою, значит, жду мигу. А тут всякие... Ник, блядь! Ну, у тебя тайминг более точный был. И ты на хайграунде был. Короче, на хайграунд всегда легче заходить. Ой, с хайграунда всегда легче быть. Блядь! Я, короче, хочу выстрелить тебя, вылетаю просто на самую вершину карты. Блядь. Ну, кстати, я много тебя с дробовика снял? Или так себе? Ну, у меня 40 осталось. А, нормально. Хоть что-то. Просто, не знаю, вчера играл на паблике против какого-то чувака. Он тоже с дробовиком был. И он мне, короче, с дробовика за полкарты три попадания снял фулл столб. Я не знаю, как так вышло. Баночки, блядь, решил мне тут покидать. Типичный демос, блядь. Мне еще сверлят здесь по КД, просто доебали уже. Блядь, моя мига! Как ты до него допрыгнул с этого балкончика, я не понимаю. С этого балкончика сколько не прыгал, постоянно скатывался вниз только. Ну, магия прыжков, Квейк. Пиздец. Я реально, я вот с этого балкончика сколько раз не пытался, меня ни разу не... Слушай, сейчас, погоди. Вот сейчас не убивай... Блядь, сейчас не убивай меня. Хочу просто реально попробовать допрыгнуть до этой хуйни. Я постоянно с него скатывался почему-то. Вот я вот такой бегу и... Ну, почти, хотя бы не скатился. Ладно. Я понял, в Квейке самое важное, это, короче, movement prediction, блядь. Нихуя, вот это, ты видел этот же выстрел? Видел? Видел, да? Да, все. Вот знаешь, так, поиграем, короче, не знаю, еще игр 40. Я уже на маленький фрагмувик наберу выстрелов. Потом будет отдельный фрагмувик на 4 часа, как ты меня сливал в КД 0.15. Кумбэк. Лол, сюда вообще пройти можно. Ух ты. Слушай, я здесь ни разу не был. Воу, зеленый армор. Слушай, я здесь вообще ни разу не был в этой комнате. Как сюда вообще прошел? Бля, серьезно, ни разу в ней не был. Играешь Квейк 5 лет на этой карте. Ой, впервые в этой комнате. Блять, я думал, знаешь, тебя с дробовика собью, чтобы ты не долетел до меги, но нет, не сработало. Хех, суицидник. На самом деле, я специально дынаю, чтобы тебе фраги не давать, понимаешь? Это страта такая от Нави Дэнди. Я посмотрел, как он на Пудже играет, и, короче, вот он... О! Ват, иди. О! Эйршут. Хуйшут, блядь. Бля, короче, вчера с другом... Играли не в ассоциации, а в рифмы, короче. Нужно было, ну, рифму к слову придумать любую. Короче, ну и чем быстрее, тем, естественно, лучше. И, короче, блядь, у меня настолько было все хуёво с рифмами, то, что у меня практически каждая вторая рифма звучала как, блядь, помидор, хуйдор, блядь, карандаш, хуйдаш. Потому что я ничего лучше не мог придумать. Вообще ничего. Просто на автомате каждый корень менял на хуй.
Не будьте рэпером. Да. Никаких импровиз... Да что ж там говорить, не то, что мне рэпером не быть, никем не буду. В МАИ поступлю, блядь, и все. А, не, в МАИ не поступлю, в Станкин пойду, и все, пиздец. И кто-то будешь играть. Да. Не, ну вообще я готов к поступлению в Станкин. Инсайт инфа, главное, чтобы мне не попался Крапивин по физике. Уж не знаю, кто это Крапивин и почему он не должен мне попасться, но... Но он тогда тебе не должен вестяк в МАИ попасться. Кто? Вестяк. Че, совсем хуёво? Ну, говорят, да. Он, по-моему, на шестом и на первом факультете. Не, ну не на шестой, не на первый я вроде бы не собирался.